В самый ранний час, самый дикий браконьер, на плече топор, значит собираешься в лес. Тазик дальше не пройдет, нищим сядешь тут на мель. Слышал, год проходит мимо, если не срубить ель. Эй, детка, ты сосна или подделка? Я свалю тебя втихую, сосед так вокруг щепка. Дома есть ведро, достанешь старых конфетти, постреляешь из хлопушек с корешами из сети. Залипаешь в новостях, пока готовишь оливье. Мандарины в вазах стынут, жаришь гуся на плите. В моем меню уже избыток овощей, а твое меню писал не истинный су-шеф. Тебя динамит консультант Евросети. Тебя динамит даже боты по сети. Тебя динамит, знаешь, это позитив. Тебя динамит, значит, с нами по пути. Вот этот Джонни, например. Это Ирина, например. Вот это ежик, например. А это Каби, например. Вот это котик, например. А это ворон, например. Вот это Элли, например. А это Настя, например. Наташа, например. Это Малыга, например. И Марина, например. Это Заряга, например. А это Света, например. Это Динамо, например. Все это дико, например.